Тут дом тоже битый. Крыша видно, что выпили. Так все не оплатишь. Это если бы на вертолете летел низко, да? Тогда оно как бы видно было вообще. Да и так видно. Да и так видно башни. Людей мало в Семеновке осталось. А под бомбежкой так тут вообще... Этим семеновцам вообще перепало. Их хотели же эвакуировать из Семеновки в Николаевку. Это вот та дорога вот там есть, асфальтированная, на Николаевку идет по прямой. И попали они под обстрел там. Там погибли люди тоже. Обстреляли их. Неизвестно было, где лучше, то ли в Семеновке им сидеть в подвалах, то ли ехать в Николаевку было. А Карачун в какой стране? Карачун у нас вот в том краю. Вот это у него обстреливалась Семеновка, обстреливался завод, обстреливался город Артема. Он фактически с Карачуна, это такая точка, что под обстрелом находилась фактически вся часть города. В любом месте могли нанести удар. Во-вторых, вот там он за мостом, он там щит, вдалеке видно, там Краснолиманский поворот. Вот там был Укровский блокпост, они оттуда танками обстреливали город и Семеновку тоже лупили. Немножко дальше, вот там, к горам, есть поселок Донецкий, там тоже у них артиллерия была, они тоже лупили сюда и на город, и на Семеновку били. В общем, они были далеко, их не достанешь. Как они воюют. Далеко. Больницу так вообще, я же говорю, что с больницы сделали. Кто ее будет восстанавливать? Там только сноситель. Вот там? Да, вот он. Там только сноситель. Какой там реставрации уже не поможет еще. И что там больница там? Больные. Тут не сказать, что тут добротные дома такие, ну это же красные такая. Люди всю жизнь эти домики строили там на последние копейки и то разбомбили, разбили. Уже никто его не восстановит. Это так при другом государстве только может. Не про это. Мая лужи крови стояли возле переезда. Людей тут побило. Они ж атаку начали тут утром. Никто же не ожидал, что они попрут. А тут вертолеты начали бомбить. Ну, ужас был. Все тут залито было. Люди же шли пешком, наверное, сюда на Семеновку. Аваков тут был, 3-го или какого мая тут. Как они тут дергались.
Ой, я ухахатывался. Я писал там коммент, я говорю, у нас ребята, детки так не дергаются, как он бы не дергался своим руководством. Ну, едет вояков.